Роуминг в России будет отменен до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы. По словам Анатолия Голомолзина, мобильные операторы откажутся от термина «сотовый роуминг». Это означает, что цены на связь внутри страны не будут зависеть от местоположения абонента. Помимо этого, ФАС осуществляет работу еще в нескольких направлениях. Требует снижения стоимости за использование международного и национального роуминга. Последний актуален для Крыма. На полуострове не работают некоторые популярные российские операторы. Люди, приехавшие в республику с материка, вынуждены покупать местные сим-карты, либо платить дополнительную стоимость за использование чужой мобильной сети. Как сообщают в антимонопольной службе, эта проблема будет решена уже в первом квартале 2017 года. Мы видим, что как раз вот услуга сотовой связи внутри Крыма, она не сильно отличается от той же услуги на территории, допустим, Краснодарского края. А вопрос как раз в роуминге. Ну, здесь еще раз повторюсь, третий раз центральный аппарат достаточно эффективно все это уже, ну, как бы осветил на своем сайте.